Ну что же, друзья, всех приветствую, всех приветствую. Сейчас у нас идет прямая трансляция, и сегодня у нас такое радостное событие. Сегодня у нас старт 18-го потока. Напишите, пожалуйста, друзья, прежде всего, кто вот сейчас у нас участники 18-го потока, напишите, пожалуйста, в Zoom, в чате плюсики, чтобы я знал, что нас слышно, нас видно. Что все у нас, да, вот вижу плюсики, да, отлично, спасибо, Лилия, спасибо, Елена, Яна, Светлана. Друзья, да, включайте, пожалуйста, видео, да, вот супер, супер, прям завалили плюсиками, очень радует. Включайте видео, да, сегодня у нас первое самое занятие, первая вступительная лекция. Очень рад видеть уже лица, которые были у нас недавно на вопросе-ответ. Недавно у нас была как раз такая вот, ну, небольшая трансляция. Сегодня мы уже начинаем обучение, и сегодня у нас занятие пройдет в двух частях. Первая часть это будет, я расскажу про то, как проходит обучение, и вторая часть будет уже практика, да, сегодня Луиза проведет вторую часть занятия, и это будет очень-очень интересно. Буквально еще пару минут, давайте посмотрим, обычно мы транслируем от начала занятия, также, друзья, напишите в YouTube, кто смотрит трансляцию ВКонтакте, напишите, пожалуйста, тоже плюсики, да, чтобы я знал, что в YouTube, так, у нас, видимо, еще стартует, да, трансляция, или... Может быть, это у меня что-то, да, здесь. Так, ну, в любом случае, да, я думаю, сейчас трансляция так или иначе скоро запустится. Если в YouTube, может, у меня какие-то здесь накладки. Ну, подтвердите мне, пожалуйста, во внутреннем чате, что она идет, чтобы я знал, что у нас все работает. Хорошо, друзья, давайте тогда начинать. И сегодня, да, так, давайте я покажу часть экрана. Сегодня у нас первое с вами занятие. Сегодня первое занятие, оно будет состоять из знакомства, введения и практики, как я уже сказал. Сегодня также обязательно выступят наши кураторы, наши замечательные кураторы, скажут вам напутственное слово. Вы также познакомитесь с кураторами, которые будут, как говорится, рука об руку, да, во время обучения с вами идти. Поэтому здесь, конечно же, такое занятие у нас обычно, оно действительно очень такое эмоционально насыщенное, да, и, как правило, вот такой вот первый день в Хогвартсе, да, еще можно это сравнить, потому что действительно такая атмосфера, как правило, создается волшебная. Тем более, я хочу еще сказать, что 18-й поток очень удачно стартует, потому что вот действительно недавно 1 сентября было, да, все идут в школу, вот такой цикл, да, на Земле, вот представляете, все идут учиться, и вы тоже пошли учиться, то есть это очень такой благоприятный, действительно, такие ритмы, да, планетарного масштаба, когда действительно человечество такое вступает в сезон обучения. То есть это очень благодатная, конечно, почва, и вы молодцы, что приняли это решение, и добро пожаловать, собственно, мы начинаем. Итак, да, что сегодня будет? Сегодня я расскажу, да, о школе, как мы будем учиться, что вас ждет в ближайшие полтора месяца. Познакомимся обязательно с кураторами. И во второй части задач, нашего занятия, да, как я уже сказал, будет уже практика. Да, мы уже познакомимся с ведущими каналами сенсорики, познакомимся, какие вообще у нас есть органы чувств, помимо основных пяти. Поэтому это уже будет первая практика. Да, я прошу также смотреть, чтобы у всех микрофоны пока что были выключены. Так, ну, друзья, я думаю, здесь уже вы все в курсе, да, еще раз, вдруг вы, я не знаю, правда, как это могло быть, но вдруг попали на поток и думаете, кто же такой Никита Бурлаков, да? Меня зовут Никита Бурлаков, еще раз представлюсь, геогипнолог, слипер, кандидат наук, провел больше 10 тысяч часов сеансов и, собственно, являюсь автором разработанной вот программы «Как с нуля именно раскачать гипнологов и слиперов», да, потому что действительно вот фишка, да, в чем именно наша школа вот проповедует, да, какое направление, что действительно каждый человек может это сделать. То есть это действительно заложено в каждом. Я сам начинал с нуля, тоже, то есть не было у меня там каких-то изначально выдающихся способностей, все действительно я прошел с нуля. Поэтому, когда я проходил этот путь, я думал, вот как вот, почему у меня не получается, у других получается. И только сейчас я понимаю, что именно пройдя вот этот путь, пройдя вот эти все сложности,
я смог объяснить другим людям, как действительно шаг за шагом раскачать такие способности у каждого. Чему доказательство являются наши выпускники, да, из более чем 50 стран уже мира. Поэтому добро пожаловать, друзья, также в нашу большую семью. То есть, действительно, я уверен, что когда у вас уже будет выпускной, когда я вам буду вручать сертификаты, вы наверняка уже встретите, да, коллег, быть может, уже из вашего города, да, и познакомитесь, почему и нет. Помимо того, что я гипнолог, слипер, я также композитор, то есть вы слышали сегодня вот в начале занятия, играет музыка, у нас каждое занятие мы начинаем с музыки, вот я пользуюсь таким шансом нести музыку в массы, поэтому я надеюсь, что вам тоже понравилось, ну, напишите плюсик, если вам действительно музыка по душе пришлась, потому что я действительно пишу от сердца к сердцу, да, потому что, ну, действительно музыка, она приходит в трансовом состоянии, я сейчас уже задним числом понимаю, что действительно я всю жизнь, по сути, находился вот в таких трансовых состояниях. И на самом деле и вы находились, каждый из нас находится постоянно в трансовом состоянии, ну, это вы еще узнаете, что такое трансовое состояние и пример его. И, собственно, этим мы и будем заниматься, да, то есть вы в течение обучения будете погружать людей в трансовое состояние по несколько раз. Некоторые наши выпускники делают по 50 сеансов, то есть здесь, в принципе, все зависит только от вас. Выпускники, да, у нас большая семья выпускников, действительно, из разных стран, да, вот напишите, кстати, друзья, напишите, вот, в Зуме, да, вот давайте познакомимся, вдруг вы сидите в одном городе, да, и сейчас вот буквально со стенкой друг от друга, напишите, откуда вы, да, напишите в чате город, страна, давайте посмотрим, кто у нас сегодня, откуда, напишите, быть может, пару слов, да, о себе, я знаю, что в чате вы уже писали, ну, здесь, в принципе, вы можете уже вживую посмотреть на человека, все ведь с камерами, да, можно посмотреть, вот, Марина пишет, Краснодар, отлично. Прекрасно, да, вот Россия, Тюмень, Яна пишет. О, Иркутск, ничего себе, Ирлана, сколько у вас времени, какая вы молодец, что вы пришли. Тем не менее, да, занятия у нас все будут в записи, да, Ирлана, да, да и друзья, кто у нас из других часовых поясов. На самом деле, как вы видите, у нас на карте со всех стран мира, да, то есть кто-то даже из США, кто-то из Сахалина, из Японии, да. На самом деле, часовой пояс вам не помешает никак в прохождении обучения. Часовые пояса любые могут быть. Мы стыкуем вас в группы с учетом вашего часового пояса, то есть мы стараемся подбирать людей, там, например, восточного часового пояса, да, там, западного, кураторов соответствующих, чтобы вам было удобно практиковать. А самое главное, что практика, да, практику вы делаете в удобное для вас время, поэтому всегда можно найти пересечение. У нас поток большой, можно всегда найти человека, которому удобно ваше время. Допустим, у вас будет 3 часа дня, а у него будет там 5 вечера. Вот, поэтому, ну, в любом случае, кураторы всегда помогут вам состыковаться, да, никогда не будет никаких у вас проблем с практикой, да. Самое важное, это, конечно же, практика. Так, я дальше читаю. Елена, Анапа. Улан-Удэ, ну, вот смотрите, рядышком, да, тоже с Иркутском. Алена пишет, Новокузнецк, Кемеровская область, да, Россия, город Иваново, Екатеринбург, Михаил пишет, Россия, Подольск, Москва, Ирлана пишет, сейчас 0.13, супер, Казань, Литва, отлично, друзья, хорошо. Так, давайте тогда продолжим. Что я хочу вам показать, да? Я хочу вам показать отзывы о сеансах выпускников, да, это отзывы о таких же людях, как и вы, которые пришли, я знаю, что некоторые из вас не с нуля, но большинство все-таки в школу приходит с нуля, и я хочу, чтобы вот эти отзывы, почему я показываю, я хочу вам показать, что будут писать о вас буквально через каких-то полтора месяца, вот представьте, да, и можете тоже в чате написать, как вам такое, если, ну, а вас это уже будут писать, вы уже здесь, да? Есть кто смотрит трансляцию и думает, что нет, такого невозможно, это там какие-то экстрасенсы, выдающиеся способности. Но вы здесь, вы на первом занятии, вы приняли это решение. Поэтому смотрите, да, как вам такое. Вот Лолита, да, пишет, например, да, о сеансах выпускников ощущения. То есть фотографии, фамилии, имя, дата рождения, все, что у гипнологов наших выпускников было. И вот Лолита, да, этот человек, который клиент, да, собственно, проходила сеанс, ощущение, будто они всю жизнь жили рядом со мной. Они передали весь спектр эмоций, все мои переживания, радости, горести. Они в точности передали все мои недостатки и плюсы, рассказали все о моем здоровье, проблемах, которые меня мучают. Они смогли заглянуть в мою сущность и в точности ее передать.
Яна пишет, да, сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Сеанс превзошел все мои ожидания и представления. Я услышала то, что носила глубоко в себе, и никто об этом не знал. Да, то есть ответить на все вопросы, вот обычно люди действительно в таком легком шоке пребывают, когда действительно знакомятся пока что с эффектом, да, гипноза и слиперства. И Светлана пишет, да, вот чистка и общение с высшим я, у нее сеанс был. Я по жизни большой скептик, да, пишет Светлана. Гипнолог и слипер заглянули в мой мир, мир, о котором знаю только я, разложили, как говорится, все по полочкам, пришло понимание, как жить дальше, да, что я делала не так. То есть, находясь за тысячи километров от меня, не знать меня, вывернуть наизнанку мою жизнь и мое реальное состояние сейчас, да, то есть, вот Игорь пишет тоже, да, попадание в точь-в-точь, хотя мы визуально, наверное, ни разу не виделись, я им информации о себе, кроме даты рождения и фото, не предоставлял, они точно определили, чем я в жизни занимаюсь, подробно расписали состояние чакры, ну и дальше он пишет, да, про чистку, собственно, да, его ощущения. Вот, и таких отзывов, да, и об обучении, да, тоже, ну, об обучении, я думаю, вы все видели отзывы, да, их в огромном количестве у нас на всех соцсетях, то есть, что это действительно обучение, которое меняет жизни, да, то есть, действительно, не может быть такое, что вот вы прошли обучение, и там ничего не изменилось. Нет, жизнь действительно поделится на то и после. И это действительно так. И таких отзывов, на самом деле, их очень и очень много. Да? К чему я это все говорю? Да? Конечно, не к тому, чтобы похвастаться, да, тем более, ну, хотя есть чем, да, как говорится, нашими выпускниками. Но я говорю это к тому, прежде всего, я говорю это к тому, что это действительно метод, это технология. И действительно, человек, пришедший с нуля, переживающий, как он все успеет за полтора месяца, там, если не получится, да, что, как это там, это наверняка суперсложно, я никогда с этим не справлюсь. Нет, друзья, как всегда, все гениальное просто. Действительно, просто нужен человек, нужен наставник, который возьмет за руку по проверенной уже методике и проведет по этому пути. И действительно, у вас получится, да, вы с нуля. Кто будет сомневаться, следующее занятие, у нас в записи будут все занятия, вот, возвращайтесь, переслушайте, у вас получится, и действительно, вы сможете все это самостоятельно сделать. В чем же, как это говорится, да, вот есть это, у куриных крылышек всегда есть секретный рецепт какой-то, да, какой секретный рецепт у наших куриных крылышек, крылышек слиперов, которые летают там, вот, значит, в космосе. Конечно, это пошаговая система обучения. Да? То есть мы начинаем с самых маленьких шажочков. Вот сегодня уже у нас, да, на первом занятии у вас уже будет практика, уже будут первые шаги. И эти первые шаги, с ними все справятся. Да? То есть это действительно такие первые самые шажочки. И следующий шажочек, он лишь чуть-чуть потяжелее, да? Следующий еще чуть-чуть. То есть это действительно пошаговая, выверенная, да, методология, система, уникальная раскачки слиперов с нуля. Да, вы освоите, на самом деле, больше 80 техник работы в трансе. Да, мы постоянно добавляем различные новые техники, скрипты, обновляем предыдущие, каждый поток. И вы начинаете вот с медитации. Сегодня мы будем говорить о медитации самогипноза, гипноза и гипноз уже в дальнейшем через слипера. Да, поэтому здесь, конечно же, вы отпрактикуете, ну, то есть как минимум вы будете выполнять домашние задания, ну и также всегда мы поощряем дополнительную практику. Как мы будем учиться? Да, несколько организационных моментов. Первое, да, у вас, во-первых, откроется с сегодняшнего дня, да, вы уже, я надеюсь, зарегистрировались на платформе GitKurs, если нет, вы можете в нашем чате, да, общем 18-го потока написать, вам помогут, либо обратиться к Валентине, либо к куратору. Сейчас у вас скоро появятся кураторы сегодня уже. И у вас будут видеоуроки на специальной платформе GitKurs. Да? Когда вы приходите на следующее занятие, да, там, ну, занятия, которые будут регулярно у нас происходить, да, сейчас расскажу, каждую среду и воскресенье у нас, как правило, вы уже смотрите уроки к этому занятию. Да? То есть вы не приходите с нуля, да, на это занятие. Вот сегодня у нас занятие пройдет, откроются видеоуроки к следующему занятию. Вы его посмотрели, и все, вы приходите на следующее занятие. То есть на занятии, да, уже, как правило, объясняется практика, да, то есть вы уже подразумевается, что вы уже посмотрели теорию. Конечно, ну, не успели, если вы посмотреть, конечно, вы потом наверстаете, да, если что, вы всегда можете у куратора спросить, но, по крайней мере, я рекомендую, точнее, не рекомендую, а это очень-очень желательно, можно сказать, обязательно смотрите, пожалуйста, видеоуроки до того, как вы приходите на занятия. Новые модули у нас открываются два раза в неделю. Это вполне
нормально, да, найти можно там в течение какого-то времени, да, может даже там, пока вы там куда-то идете, едете и так далее, эти уроки послушать. И каждые два раза в неделю у нас происходит живое занятие, да, то есть это два раза в неделю, обычно это среда и воскресенье 19:00 по Москве. Все эти занятия будут в записи, так что если вам неудобно по часовому поясу и так далее, ничего страшного, вы можете в записи посмотреть, либо приходите на занятия, да. В любом случае, даже если вы его прямо в живой версии пропустили, вы потом сможете все вопросы, которые у вас вдруг остались, которые вы бы могли на живом занятии задать, задать также куратору. Все наши кураторы прошли специальное обучение, ну, помимо гипноза слиперс, я имею в виду обучение на кураторов, да, поэтому все суперквалифицированные всегда вам помогут. Третье. У нас предусмотрены еще дополнительные встречи, да, здесь это уже зависит от вашего тарифа, где-то их больше, где-то их меньше, да, и о них я чуть позже расскажу. Четвертое. Домашние задания. После каждого занятия, то есть, например, сегодня у нас первое занятие, у вас будет домашнее задание. Это, как правило, скрипт, то есть там все по скрипту, четенько у вас будет, то есть, ну, бумажки, условно говоря, да, вам расписано, делай раз, делай два, делай три. Да, если что-то непонятно, куратору также спрашиваете, и вы его выполняете. Да, соответственно, домашнее задание, оно открывается после разбора. Да, вот сегодня мы, например, разберем медитацию, и у вас откроется домашнее задание по медитации, где будет сказано, что вам делать. Да, также и там прошлой жизни, например, сеансы, да, когда у нас уже погружение начнутся, например, сеанс в прошлой жизни, пойти в хроники Акаши, ну, найти свой раздел, посмотреть прошлую жизнь, там, свою или чью-то. Вот, также мы сначала разбираемся там в среду или воскресенье на живом занятии, ну, видеоуроки вы к этому моменту посмотрели, и все, у вас на платформе возникает домашнее задание, и вы уже его можете делать. Пятое. У нас есть различные еще дополнительные материалы, помимо вот стандартных домашних. Иногда у вас будут там некоторые карты диагностики, да, там для астральных тел, например, да, где-то там таблички, да, для гипнотерапии, да, то есть различные показательные сеансы, да, которые каждому у нас уроку мы выкладываем специально, чтобы вы видели образец, да, как это домашнее задание выполнено, ну, идеально фактически. И шестое. Естественно, у нас есть еще чат, да, то есть у нас есть чат и канал, да, кто с Телеграмом еще не сильно знаком, да, я объясню, что канал, да, это вот, который называется 18-й поток, там выкладываются основные организационные моменты, то есть в чате там вы можете сами писать друг другу, там все группы, мини-группы, они все в одном месте, и там большая переписка, да. А в канале, чтобы вот это все не терялось, вот в канале именно идет организационно-административная информация уж от школы, да, то есть вы никогда не пропустите никаких важных объявлений, просто заходите в канал, там все вот четко по полочкам разложено. Видеоуроки, да, у вас на платформе GetCourse, да, сейчас у вас пока что первый модуль еще закрыт, да, сегодня вот после окончания занятия он откроется, и вы, собственно, ну, у вас домашнее в конце там будет рассказано, вы, ну, уже с сегодняшнего дня, по сути, да, можете начинать смотреть модуль 1 введение, да, здесь уже будет у вас все разбито на видеоуроки с презентационным материалом, да, где я подробно, четко все рассказываю по полочкам, да, и потом на среду-воскресенье еще живые занятия. Домашка, она также, вот, например, вы когда зайдете, кто GetCourse'ом уже пользовался, наверное, знают, да, но на всякий случай скажу, кто еще, может быть, не пользовался, в модуле, когда вы заходите, здесь у вас будут видеоуроки, но домашней у вас не будет сразу, то есть мы ждем, пока будет живое занятие на эту тему, вот, например, мы провели там домашнее, живое занятие на тему прошлых жизней, и только тогда открывается скрипт домашнего задания после того, как мы провели живое занятие. Почему это делается? Это с точки, это чисто из-за техник безопасности, потому что были случаи, когда мы сразу домашку выкладывали, люди некоторые начинали до живого занятия ее делать, не зная техник выполнения практики домашки, поэтому мы решили, что, ну, логично, в принципе, да, будем их выкладывать только после того, как вы уже всю технику безопасности освоите, и мы убедимся, что вы действительно все понимаете. Расписание занятий, да, оно у вас, в принципе, есть в чате, но на всякий случай я тоже сюда его продублировал. Здесь у вас будут даты, да, то есть начинаем мы, ну, начали вы уже с технической сессии, да, с Валентиной, да, и с Луизой. Она у вас уже прошла. Сегодня вот 4 сентября, сегодня первый модуль, 19:00. Дальше занятие у вас, в принципе, как правило, 19:00, среда, воскресенье.
Но есть и исключения. Да? Исключения, ну, скажем, здесь уже у нас вот 10 число, например, это суббота, да, это показательный сеанс, я буду делать показательный сеанс, ну, именно только для 18 потока, закрытый, конечно же, без всякого эфира. Вы будете видеть, как работает вот слипер-гипнолог от нуля до 100, то есть от А до Я, весь сеанс, все технологии, все техники, вы их увидите и, по сути, будете в дальнейшем уже ближе к выпускному также практиковать, да. Также, ну, отдельно будут высланы вам показательные сеансы, да, на некоторых тарифах профи VIP, например, мы просматриваем вас через слипера, да, там экспресс-чистка, закачка энергии, вибрации и вопросы, да, которые, ну, стандартные, да, входят в тариф. Дальше, да, здесь вот энергетическая анатомия тоже, насколько я помню. А, хотя нет, она 21-й, это тоже воскресенье, насколько я помню. Ну, в общем-то, да, если будут какие-то изменения, да, если будут какие-то изменения по дате и времени, мы будем сообщать заранее, конечно же, да, они возможны. Но я думаю, в принципе, как правило, у нас, ну, минимальные какие-то, если и бывают. Организационные моменты, да, то есть весь новый материал, как я уже сказал, видеоурок на платформе GitKurs вы смотрите до живого занятия. Живые занятия, да, проводятся кураторами в среду и воскресенье. Занятия будут в записи, и вы приходите уже, просмотрев видеоуроки, там разбирается практика, и вы уже идете на домашку. Вы будете разбиты также на мини-группы, да, в каждой по два куратора. Ну, здесь тоже некоторые есть нюансы от тарифов, отличаются. И также у вас будут дополнительные встречи, поддерживающие такие встречи, ну, просто вот для разбора некоторых моментов. Дальше, да, чтобы получить аттестат школы, да, то есть мы выдаем на выпускных аттестаты об успешном прохождении курса, да, есть точнее, два от школы, есть два варианта, есть об успешном прохождении курса, есть что прослушал, да, чтобы, то есть как слушатель чисто, да, ну, у нас, как правило, таких 1-2%, в основном об успешном прохождении курса, и для того, чтобы его получить, нужно выполнить все обязательные домашние задания, да, по ходу обучения есть некоторые необязательные домашние задания, там, например, диагностики и чистки, часть вторая, или там гипнотерапия, часть вторая, ну, то есть их не требуется прямо в обязательном порядке задать для аттестата, но я надеюсь, что вы все равно сдадите их, вот, но как минимум, да, стандартные домашние, да, вы должны сдать. Что значит сдать домашку? Это значит сделать сеанс на ее тему, то есть мы там потом вам это расскажем, как это сделать. То есть, когда вы делаете сеанс, вы созваниваетесь в скайп, там в скайпе очень легко, там одной кнопкой можно на запись поставить сеанс, дальше сеанс записывается, вы присылаете его куратору, и он дает вам обратную связь, да, и зачитывает, по сути, сеанс. Значит, любые вопросы по теме гипноза и слиперства, естественно, у вас есть куратор, которому вы можете адресовать. В VIP-группе, естественно, это буду также я, у вас будет отдельный чат со мной. И любые организационно-административные вопросы, именно административные, не по теме гипноза слиперства, а если вам что-то нужно от школы, организационное, административное, то у нас есть Валентина, да, вы уже знакомы с ней, кто был вот на первом, нулевом, так скажем, занятии, да, с техническими аспектами. Там, конечно же, тогда вы можете Валентину, да, тегать в чате потока, да, и в Валенте 26, и мы тогда выйдем с вами на связь, что вам нужно, мы все решим. Вот, что еще? Бонусная система, да, для тех людей, которые прямо у нас будут активистами, да, и прям вот со всей душой подходить к обучению, да, если предусмотрена бонусная программа, да, то есть когда вы, первое, да, что такое, за что можно набирать бонусы? Первое, своевременная сдача домашки, да, то есть если вы сдаете домашнее до следующего занятия, да, ну, то есть вовремя, не затягиваете, то вот вы молодец, вам начисляется 5 баллов. А если вы сдали домашнее, но ваш пыл еще не остыл, и вы хотите рвать, как говорится, и метать, то, ну, естественно, аккуратно, да, потому что вот, то это дополнительные сеансы, да, вы можете делать дополнительные сеансы, их куратор, конечно, уже не будет там проверять, да, как обязательные домашние задания, в отличие от домашних, но дополнительно вы делаете, да, то есть вы набираетесь опыта, хоть там 100, хоть 200 можете их сделать, это в любом случае хорошо, да, я знаю, что многие начинают там и с родственниками, и с друзьями-подругами, которые знают, да ладно, ты что, да расскажи, да покажи, ну давай, погрузи меня, да, сразу это начинается, конечно же, у всех. Вот, поэтому, я думаю, вы здесь не будете исключением, поэтому за такие сеансы тоже вам будут дополнительные баллы капать. Вот, поэтому максимум, да, примерно вот вы можете 160-200 баллов набрать по нашему опыту. И, соответственно, в качестве бонуса, да, вы получите, во-первых,
самый топ участников, да, я награждаю первых, в первых рядах на выпускном, да, то есть вы будете как такие вот выдающиеся топ-3 участника, первыми я вас буду награждать. И практика, да, такая, обычно мы ее даем за выдающиеся, так сказать, заслуги, практика материализации намерения, да, то есть о том, как материализовать, воплотить свое намерение, свое желание, да, в реальности, да, то есть это такая классная, на самом деле, очень сильная, мощная практика, и вы ее получите в подарок. Что еще? Дополнительная встреча, да, это мы, кстати, не объявляли обычно в вебинарах, мы этого не говорим, но мы добавляем в каждый тариф еще по встрече. Во-первых, специалист у вас будет две дополнительных встречи, плюс к тому, что вот стандартно идет, то есть встреча знакомства, завершающая встреча. В профи также у вас будет поддерживающая встреча, вопрос-ответ, 4. И VIP-тариф – это 6 дополнительных расширенных встреч, и здесь они уже направлены на групповые погружения с раскачкой в вас, да, то есть здесь уже мы разбираем, ну, во-первых, сначала, да, это идет больше на раскачку сенсорики, а под конец это идет больше на то, чтобы мы убедились, что вы кристально ясно, чисто понимаете сложные модули, да, то есть это диагностики и чистки и гипнотерапия. Ну, здесь у вас будет, конечно же, максимальное внимание, да. Виртуальный гипнотренажер также у нас добавляется в профи и в VIP. Это наша такая инновационная разработка, ноу-хау, да, то есть это IT-технологии, цифровизация и все такое. То есть будет вам предоставлен также доступ. Это как раз-таки тренажеры, на которых вы знаете, как пилоты, да, до того, как уже Boeing с пассажирами вести. Вы сначала на, значит, виртуальном тренажере тренируетесь, и мы вот такой же разработали, да, представляете, какая технологичная мы школа. И здесь у вас будет тренажер по гипнотерапии и по диагностикам и чисткам, да. Как правило, мы видим, что такой тренажер, он улучшает показатели гипнолога в среднем на 20-30%, да, то есть это действительно очень такая серьезная вещь. Ну и для VIP-тарифа, да, здесь у вас еще будет дополнительно индивидуальный разбор этого тренажера, то есть отдельный разбор, да, для вас именно для VIP-тарифа. И также у вас будет индивидуальный сеанс раскачки от ваших кураторов, но это уже после 4-го модуля, когда мы уже начнем практиковаться. Вот, поэтому, друзья, если что, вот сейчас, по сути, вот последние там 1-2-3 дня, когда вы еще можете повысить тариф, так что вы можете это написать либо вашему куратору, либо Валентине, либо вашему менеджеру, да, кто с вами общался по поводу обучения. Здесь у нас, я напомню, что еще в профи входит. Это просмотр вас через слипера, да, то есть это будет вот у нас показательный сеанс на следующей неделе я буду проводить, и также по участникам профи и VIP будут отдельные просмотры. Здесь будет экспресс-чистка, диагностика, которую мы сами себе каждый день делаем, закачка энергии, вибрации, мы узнаем уровень вашего высшего «я», посмотрим, кем вы были в прошлой жизни, количество кармических узлов, сколько набрано, сколько пройдено, сколько будет впереди, количество темной энергии, проценты, да, то есть это такие важные довольно вещи, которые надо о себе знать. Дополнительно, да, у вас в профи будет модуль по маркетингу, то есть, может быть, сейчас вначале вы еще думаете, там, что зарабатывать я буду на этом, не буду зарабатывать на гипнозе, но на самом деле это отличная профессия, это действительно суперская профессия, профессия будущего, которая действительно. Ну вот сеанс у нас, аттестация, да, вот от школы стоит, наши выпускники проводят 13 758 рублей, да, у нас в школе после окончания такое есть. И, соответственно, вы сможете участвовать в этой программе, да, то есть брать вот эти сеансы. То есть у вас обучение очень хорошо окупится, вы сделаете это профессией, да. По окончании обучения у вас уже портфолио будет, да, с отзывами. Поэтому я, конечно, рекомендую, ну, профи как минимум, да, чтобы действительно, ну, знать, как это делать и иметь эти возможности, да, именно сделать это профессией своей. Все это в рассрочку, естественно, все эти тарифы можно взять. 4 дополнительных встречи, да, также в профи входят. Здесь очень важно еще возможность дополнительно, это приобретается государственный образец. Это для всех стран сейчас у нас. У нас есть удостоверение о повышении квалификации государственного образца, то есть вы сможете практиковать официально гипноз в России, да, будете добавлены в федеральный реестр сведений об удостоверении о повышении квалификации, да, то есть мы сертифицировали эту программу в Минобре, то есть вы
ну, будете сертифицированным официально, да, то есть в федеральном реестре сможете себя найти. И также у нас еще есть диплом, отдельный этот диплом, это больше часов с присвоением квалификации, да, гипнолог-слипер, то есть это тоже в конце вам с обучения вас проинформируют. Здесь входит еще реклама в сообществах. Как вы видите, мы рекламируем наших выпускников, соответственно, с тарифа профи вы тоже сможете участвовать в этих, там, и в показательных сеансах, и в интервью, и так далее, и так далее. Турнир вот у нас сейчас проходит тоже. Сюда еще включены юридические договора, да, то есть, когда вы захотите легализовать свою практику, мы уже, как говорится, собаку съели на вот этих всех законодательных нюансах, да, чтобы вам второй раз этот путь не проходить, вы уже можете нашими шаблонами воспользоваться, да, и как бы обезопасить себя, когда вы уже с клиентами будете работать. Доступ здесь не один год, а уже на 5 лет. Да, то есть, ну, я думаю, здесь уже за 5 лет точно можно вдоль либо поперек все изучить. То есть 5 лет у вас, по сути, доступ, да, и вы в чате выпуска также находитесь, где все наши кураторы. И гипнотренажер, да. Ну, и VIP-тариф, естественно, это самый лучший тариф. То есть здесь, во-первых, включено мое личное сопровождение в VIP-чате. Также здесь VIP-кураторы, самые опытные кураторы, они раскачают действительно любого, да, самый сложный случай с нуля. Сеанс индивидуальной раскачки здесь у вас, да, то есть у вас индивидуально. Что значит раскачка, да? Это раскачка ваших экстрасенсорных способностей, да, потому что поначалу, как правило, ну, не у всех прям сразу получается, да, то есть надо какой-то период раскачки пройти, мы это называем как раз-таки раскачка. А здесь с вами будет работать индивидуальный VIP-куратор, представляете? То есть это действительно очень круто. Слипер домой вас будет просматривать и 4 дополнительные встречи по разбору сложных тем и раскачки тоже групповые погружения здесь включены. Вот, поэтому, чтобы это сделать, вы можете прямо сейчас написать либо Валентине, либо ну, куратор сейчас чуть позже у вас появится, либо нашему специалисту, консультанту, с кем вы уже общались по поводу обучения. И для участников, кто уже сейчас на потоке, также да, действуют скидки дополнительные, поэтому узнавайте для повышения тарифа, узнавайте интересные сейчас предложения, пока вы можете взять от этого тарифа по максимуму. Да? Потому что если вы начнете позже это делать, то вы уже, возможно, там просмотры пропустите. Да? Поэтому лучше с этим не тянуть. И, друзья, да, кто смотрит, если у нас трансляция все-таки пошла, да, в YouTube, я надеюсь, что пошла, кто смотрит, да, присоединяйтесь, последний шанс, вы все еще можете присоединиться к обучению. Вот у нас сейчас действительно первое только, первое занятие идет, да, я прошу скинуть ссылочку, пожалуйста, в чаты, да, то есть в YouTube, ВКонтакте, везде, где идет трансляция. О том, ну, как оставить заявку на обучение, да, я прошу, сейчас вот ссылочка у вас в чатах появится, и вы присоединяйтесь, да, то есть, в принципе, ближайшие там 2-3-4 дня вы еще можете присоединиться, и вы, представляете, уже начинаете тогда обучение в сентябре, как и вся планета, поэтому вот этот поезд, который уходит уже в следующее измерение, да, в пятое измерение, как говорится, надо здесь нарисовать пятое измерение на нем, космический такой поезд, поэтому он уже отчаливает, поэтому он уже вот прям набирает ход, забегайте в последний вагон, потому что шанс действительно есть всегда у каждого. И если вы ждали знака, да, то вот он, как вот если вы сейчас действительно смотрите этот эфир, то это точно этот шанс, тем более сейчас у нас действует промо-акция, да, промокод, вы называете промокод осенний вагон, и по нему получаете скидку, да, для тех, кто любит последний вагон. Да, горящие туры, вы знаете, как горящие туры, это всегда, всегда, всегда очень... Ну, есть люди, которые прям любят взять так налегке и поехать куда-нибудь там на Северный полюс. Да? Почему нет? Хорошо, друзья. И теперь хотел бы, да, во-первых, рассказать про нашу команду, команду именно сопровождения курса, да, кто с вами будет бок о бок в течение этого потока, ближайшие 1,5 месяца. Ну вот с Валентиной и Луизой, да, вы знакомы. Валентина – это менеджер сопровождения курса, да, наша, как мы называем, Гермиона, которая действительно там 48 как минимум часов в сутках, если не больше, как она все успевает, я не знаю совершенно точно. То есть если у вас какие-то есть вопросы по вообще административный характер к школе, какие-то организационные, да, что, где, когда, куда, да, и почему, то это все к Валентине.
По вопросам именно гипноза слипперства, как я уже говорил, вы обращаетесь к своим кураторам. И также у нас есть главный куратор гипноза слипперства, Луиза, многократный VIP-куратор и также выпускница второго потока, поэтому Луиза тоже будет присматривать так вот за всеми кураторами и за вами в том числе, чтобы у всех все получилось, да, потому что у нас действительно всегда наша цель – это 100% результат, 100% нашего выпуска, то есть все 100% из вас, кто сейчас на 18-м потоке, и это моя личная цель тоже, станут гипнологами и слиперами. Вот такая у нас амбициозная цель. Ну и, возможно, вы также будете пересекаться с Бикой, да, главным куратором школы по занятию как минимум гипнотерапии. Думаю, вы еще познакомитесь. Ну и сейчас я, конечно же, хочу передать слово нашим замечательным кураторам, действительно, которые будут вести... Мы даже вот называем не участников, не людей, а вот души. Да? То есть мы понимаем, что в нашу школу приходят души. И здесь наша школа, это не, знаете, не как вот школа, там, которая там, вот, иди к доске, там тебе двойка или пятерка. Нет, у нас совершенно такого нет. Наша задача – это действительно вас вот, вдохновить, действительно подготовить вот эту почву, благодатную почву, на которой вот это зерно, знаний, да, она упадет и зарастет прекрасное дерево, да, или прекрасный цветок, да, то есть действительно люди, которые со всей душой подходят, и действительно это наши лучшие выпускники, которые уже профессиональные, являются профессиональными гипнологами и слиперами, и они будут вас вести за руку, как некоторые называют, как мама и папа, может сказать, некоторые бывают такие люди, что действительно потом уже дружба складывается прямо на всю жизнь. Почему нет? У нас, кстати, даже и свадьбы были, так что почему нет, да? Может быть, вы найдете свою любовь на этом потоке, почему нет? Тем более у нас какой там 18-й же это поток, да? То есть 18+ у нас уже начинается на этом потоке, поэтому все возможно. Хорошо, друзья. Итак, да, наши кураторы Дмитрий, Татьяна, Лара, Тарас, Анастасия, Светлана, Ирина, Саня. И сейчас, конечно же, я с удовольствием хочу передать слово. И со стороны кураторов также сейчас каждый скажет свое вступительное слово, напутствие вам на 18-й поток. Прошу, друзья. Ну что ж, уважаемые наши студенты, мы вас поздравляем с таким поистине грандиозным курсом. Это всего лишь звучит студенты, обучение, но на самом деле здесь волшебный мир какой-то, да, совершенно необъятный. То есть вы будете теперь все, что хотите, да, вы все сможете узнать. У вас будут в руках волшебные инструменты. И, конечно, сейчас вы почувствуете такую немножко нагрузку в своей жизни, да, потому что вовремя сдавать практики, идти в ногу со временем со своей группой, вообще с нашей общей группой. Но это обучение очень приятное, и когда вы будете уже у нас выпускниками, поймете, что уходить совсем не хочется, хочется остаться на этих вибрациях. И, конечно, убирайте все сомнения. Обязательно у всех все получится. Для этого у нас такая замечательная команда поддержки кураторов. Мы с вами рядом. Обращайтесь, пишите, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. Пусть они вам даже будут казаться каким-то неудобным, таких вопросов нет. Поэтому давайте, друзья, успехов вам, удачи. Будьте такими настоящими трудоголиками, отличниками, студентами. И мы с вами. Поздравляю вас. Спасибо, спасибо большое, Луиза. Друзья, приветствую всех. Меня зовут Лара. На дворе сентябрь, значит, настала пора учиться, и вы сделали верный выбор, и у нас начинается учеба. Я поздравляю наших дорогих студентов 18-го потока и нас тоже с началом обучения. Начинается прекрасное путешествие в мир гипноза и слипперства. Я желаю вам отличных настроения и настроя в учебе. Это очень важно. Будет много практик, будьте готовы. А мы, в свою очередь, кураторы, с большим удовольствием будем сопровождать вас на этом интереснейшем пути. Будем идти рука об руку, как сказал Никита.
И хочу сказать, что все будет очень хорошо. Итак, друзья, в добрый путь. Мы на связи, мы вместе. Спасибо. Спасибо, Лара. Спасибо. Друзья, всех приветствую. Рада поздравить всех с началом 18-го волшебного потока и кураторов, тебя, Никита, а также студентов. Наши дорогие студенты, друзья, мое пожелание – доверьтесь процессу. Ведь тот счастливый случай, который привел вас в школу, он совершенно ведь не случай. Я вообще в него не верю, в случай. Всегда говорю, что это псевдоним Бога. И вот раз вас уже привели, доверьтесь. Позвольте случаться тем большим и маленьким чудесам, которые мы порой не замечаем в жизни. Да? Мы так привыкли обесценивать чудеса и считаем их естественными, повседневными. Позвольте им быть. Просто идите. И все получится. Я поздравляю вас. Спасибо, Свет, большое. Дорогие, очень рада видеть сегодня всех в этом чате, на этой встрече. Приятно видеть вдохновленные лица, очень заинтересованные, и это говорит о том, что сюда пришли очень осознанные люди и осознанные души. Знаете, так много людей сегодня, которые говорят о том, что они что-то хотят изменить в своей жизни, чем-то постоянно недовольны, но при этом ничего не делают. И вы в этом плане сделали самое главное. Вы сделали конкретный шаг, вы приняли решение о своем саморазвитии. И этот шаг, он, это не просто шаг, это шажище, вы это поймете, что вы просто перемахнете, перешагнете огромное количество каких-то там марафонов, трансформирующих каких-то там тренингов, потому что вот это обучение, оно заменяет огромное количество других практик. Это мой личный опыт, это то, к чему я пришла, и поэтому я искренне рада за вас, что вы приняли это решение. Ну и я поздравляю тебя, Никита, поздравляю всех своих коллег, действительно, с совершеннолетием, я только сейчас это осознала, что мы достигли совершеннолетия, и поэтому в этом возрасте уже можно говорить о том, что школа, безусловно, состоялась. Поэтому, друзья, вы пришли туда, куда нужно, и я желаю вам искренне получения той информации, тех знаний, которые вам сейчас нужны, и очень надеюсь, что когда мы встретимся на выпускном, вы все поделитесь своими инсайтами, которые вы, безусловно, получите во время обучения. Я желаю вам успехов и до встречи на занятиях. Спасибо вам, спасибо большое, Саня. Должна быть Анастасия, но буду я. Ну что же, дорогие наши, я смотрела сейчас на ваши лица и поймала себя вот на какой мысли. Я понимаю, что на нашей последней встрече, на финальной встрече, на выпускном, эти лица будут совсем другие. И проведите этот эксперимент сами с собой, посмотрите в записи потом, уже после окончания обучения, на себя же. Потому что вы изменитесь до неузнаваемости, потому что вы станете такими новыми и откроете в себе столько граней, и это так здорово. И Лара сказала, все будет хорошо, а я перефразирую немного, все уже хорошо, а будет еще лучше. В добрый путь, в добрый час. Я вас поздравляю, на самом деле вы попали на уникальный курс, в котором будет так много волшебства. Ну а мы с вами. Спасибо большое. Спасибо, Тань. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас на нашем курсе. Я поздравляю Никиту, действительно, совершеннолетие. Я хочу сказать, что Никита – это человек от Бога, проводник, который дал нам путь, показал нам, как можно помочь себе в первую очередь, да, и потом помочь людям. И я хочу сказать, я вам желаю быть в потоке. Самое главное – просто расслабиться и следовать за теми действиями, которые вам дает Никита. И мы, конечно, будем помогать вам, да, мы будем рядом с вами в любой ситуации. Я желаю вам добрый путь.
Удачи. Спасибо, спасибо большое, Анастасия. Ну что же, друзья, ну такие замечательные слова кураторов действительно прямо за сердце трогают. Даже вот я каждый раз вот на этом занятии, но не то, что это салфеточку хочу протянуть, но все равно действительно это очень, очень трогательно. Я думаю, вы уже прочувствовали, да, ту атмосферу в школе, которая у нас здесь поддерживается, да, и это одно из самых важных, да, вот наших таких секретных еще ингредиентов, это, конечно же, такая атмосфера, в которой, ну, действительно, снимаются все барьеры, действительно, хочется учиться, хочется развиваться, хочется взлетать, и действительно, все условия мы здесь такие вот именно создаем. Ну что же, друзья, сейчас, да, я передам слово Луизе, и Луиза проведет как раз-таки вторую часть занятия, и сейчас же у нас уже, почему нет, сразу мы начинаем с практики, да, сегодня у вас будет очень важная практика, это практика по, первое, да, это раскачка канала сенсорики, вы познакомитесь с каналами, которые у вас есть, и также у вас будет домашнее задание на медитацию, да, медитация сегодня у вас тоже кратко будет рассказано, и также в видеоуроках уже более подробно будет материал дан. И, Луиза, передаю тебе слово. Да, друзья, ну что ж, мы сразу в бой, да, не просто так поговорили и разошлись, сейчас у нас с вами будет замечательная практика, сейчас вы сами поймете, какие у вас каналы ведущие, может быть, они у вас все ведущие, да, такое тоже может быть, и потом от вас обязательно возьмем обратную связь в чате, пишите, как у вас что получилось, и сейчас попрошу вывести на экран слайд. Давайте нам следующую картинку. Да, друзья, вот смотрите, очень наглядно видно, да, какие у нас есть каналы с вами, визуальные, аудиальные, кинестетические, дигитальные. То есть мы их с вами можем называть и так, это так очень профессионально звучит, очень красиво. И сейчас с помощью этой практики мы начнем познавать себя. Вообще все люди воспринимают весь мир по-своему, и никогда не нужно стремиться за какими-то стандартами, сравнивать себя, да, даже со своими одногруппниками, все мы уникальны, у кого-то работает один канал, у кого-то другой, самое главное, мы принимаем все, что к нам идет. И выделять четыре типа основных каналов восприятия информации. Визуальный, аудиальный, кинестетический и дигитальный. Ну, самые распространенные – это, конечно, люди-визуалы. В каком плане? Вот нам на самом деле легко что-то воспроизвести. Даже если вы сейчас закроете глаза и постараетесь представить, например, карандаш, его образ легко у вас всплывет в вашей голове, скажем так, внутри вас. Да? И у кого-то это будет простой карандаш, у кого-то синий, у кого-то желтый, у каждого свой. Вот поэтому визуальный канал, он тоже, да, разнообразный. Кто-то видит в мелких деталях, кто-то видит просто какой-то общий образ. И люди-визуалы обрабатывают информацию через формы, расположение, цвета. Для них очень важно увидеть, посмотреть. И следующие по популярности – это люди-кинестеты. И когда вы будете погружаться, когда у вас будут практики, особенно в паре с гипнологом, когда вы уже можете расслабиться, прислушивайтесь к своему телу. Да, тело очень хороший тоже, скажем, такой орган нашей чувствительности, который может передавать определенные сигналы. И для таких людей информация идет через ощущения, прикосновения, запах, вкус. И очень редко, конечно, у нас встречаются люди-аудиалы, хотя, может быть, и у вас, у кого-то сейчас откроется, да, сразу аудиальный канал, возможно, он ведущий, но это действительно редкость. У аудиалов, у них доминирует такая слуховая обработка информации, то есть через звуки, мелодии. Таким людям очень важна интонация, громкость, тембр, чистота звука. И сейчас вы будете работать в парах, да, и будете даже по голосу чувствовать, какой гипнолог вам подходит больше, да, может быть, тембр, голос и так далее. Но когда вы станете уже крутыми слиперами, для вас, в принципе, погрузиться ничего не стоит, на это вы уже сильно обращать внимания не будете. Но, опять-таки, да, для
аудиалы – это очень важно. И дигиталы – это люди, которые ориентируются на знания, мыслительный процесс. Для них очень важно такое внутреннее построение диалога. И здесь, в школе Никиты Бурлакова, мы будем как раз-таки вот все эти каналы называть как яснознание, яснослышание, ясновидение и ясночувствование. И почему я сейчас обо всем об этом рассказываю? Потому что в зависимости от того, какой канал у вас ведущий, так к вам и будет приходить информация, да, в погружениях. А это очень важно для практики самогипноза. В первую очередь, да, мы начнем с вами с самогипноза, у вас уже во вторник будет следующее занятие. И, конечно же, для работы слипера. Вот я вижу, что сейчас у нас кто-то в транспорте, да, едет. И я помню, что Никита на занятии сказал: друзья, научитесь входить в самогипноз, глаза закрыли, чтобы времени не терять, занимайтесь практиками, да, там, закачивайте в себя энергии, вибрации, можете с высшим я поговорить вообще легко. Для меня это было удивительно, но сейчас действительно понимаю, что ничего не стоит взять, войти в транс, в самогипнозе и сделать все, что вам хочется, да. И давайте к визуальному каналу. Если у вас очень ярко выраженный визуальный канал, то вы будете видеть очень четко, ярко, все в картинках. Кинестеты будут менее видеть, но больше чувствовать, ощущать телом. Даже тело может давать какие-то определенные ответы. Аудиалы, дигиталы получают информацию в виде знаний. Да? То есть аудиалы – это не то, что прям вам в ухо кто-то что-то сказал. Нет, конечно, вы просто поймете, что это за звук. Но это внутреннее понимание, со временем придет. И они точно знают ответы на все вопросы, которые им задают. Каналы могут быть смешаны, да, этому тоже не удивляйтесь. Один может быть более развит, другой менее, но с практикой и большим количеством погружений, налета часов, канал развивается все лучше и лучше. Вы можете сразу ощущать, потом начинать видеть, да, или наоборот, все видеть, но не чувствовать пока, или понимать, слышать ответы. И люди, которые часто практикуют медитации, энергопрактики, самогипноз, да, который у вас вот как раз вот-вот начнется, вот такие люди на самом деле, у них очень быстро открываются каналы. И они очень ясно видят, хорошо ощущают, слышат, яснознание хорошо подключено. И даже если вы не занимались никакими практиками, просто полное доверие себе, да, убираем завышенные ожидания, просто расслабляемся и идем за голосом. И первые занятия в школе Никиты у нас как раз-таки направлены на раскачку ваших каналов. Ну хорошо. Давайте теперь приступим к практике. Сейчас мы сделаем такую, она базовая, да, медитативная, вы даже получите удовольствие от этой практики, в ходе которой вы сможете познакомиться со своими каналами восприятия информации. Хорошо. И давайте подготовимся. Примите, пожалуйста, удобное положение тела. Постарайтесь не скрещивать ни руки, ни ноги. Посмотрите, чтобы вас ничего не отвлекало, чтобы рядом не было животных. Животные, дети очень любят эти энергии, да, они начинают сразу сбегаться, вы это поймете, да, хотят, они прям чувствуют эти энергии, хотят присутствовать рядом с вами. Также предупредите ваших родных и близких, да, чтобы вас никто не беспокоил в течение 10 минут. Ваши любимые родные пусть относятся теперь с пониманием к вашим практикам. Телефон тоже поставьте на беззвучный режим. Хорошо. И давайте будем начинать. Угу. Прикройте глаза.